И снова здравствуйте, говорю я вам, мои дорогие друзья. В этом выпуске вас ждет обзор листинга Crypto Gaming United, или же сокращенно CGU, на Probit Global. Поговорим о его деталях и особенностях, а также разберемся с тем, что же это за проект и какую пользу он для вас приготовил. Одним словом, ролик обещает быть не просто занимательным, но и очень полезным. Но прежде чем я углублюсь в детали самого листинга, предлагаю нам в двух словах познакомиться с самим проектом Crypto Gaming United, который, если честно, меня крайне заинтересовал и впечатлил, а почему, я вам сейчас и объясню. Во-первых, Crypto Gaming United – это уникальная платформа, главная цель которой заключается в объединении людей из развивающихся стран для создания новой виртуальной экономики и получения стабильного дохода. То есть основатели Crypto Gaming United стремятся создать глобальное игровое сообщество, где люди смогут не просто осваивать новые навыки игры, но и зарабатывать на этом. Во-вторых, создавая для вас соответствующую среду, разработчики смогут не только правильно представлять вас, но и рекомендовать вам игры, в которых вы сможете максимизировать свой доход. А сделать это вы легко можете, играя в такие популярные игры, как Axie Infinity, Waves Dax и Samurai Rising. В будущем же этот список однозначно пополнится, ведь останавливаться на достигнутом основатели Crypto Gaming United не намерены. И как они не так давно заявили в своем блоге, совсем скоро они намерены запустить или же интегрировать с помощью CGU следующие игры – CryptoBots, Safe Hamsters и другие. А это, согласитесь, уже звучит крайне здорово. Но не будем на этом зацикливаться и перейдем к следующему, третьему пункту, почему меня заинтересовал Crypto Gaming United. Ведь связан он с образованием. Да-да, помимо всего вышеописанного, на просторах Crypto Gaming United вы сможете получить еще и дополнительные навыки и знания об основах блокчейна, криптотрейдинге, цифровых финансах и даже наставничестве, что в свою очередь привлекает Crypto Gaming United еще больше заинтересованных пользователей, которых с момента запуска платформы насчитывается уже почти 100 тысяч человек, более чем из 30 стран мира, стать частью которого вы можете уже прямо сейчас. Для этого вам достаточно будет присоединиться к Дискорду своей страны. Ух, не знаю как вас, ребята, а меня география данного проекта очень впечатляет. Собственно, как и партнерство, которыми может похвастаться Crypto Gaming United. Безусловно, ознакомиться с каждым из них более подробно вы сможете уже самостоятельно после просмотра данного выпуска, так как в описании под этим видео будут все ссылки на официальные ресурсы данного проекта, среди которых есть и Instagram, где вы также сможете увидеть очень много полезных и интересных публикаций, в том числе и даже с таким известным актером, как Уилл Смит, который не так давно шагнул в метавселенную, и скоро с ним CGU создаст еще нечто интересное. Так что, дорогие друзья, не теряйте время зря, а скорее присоединяйтесь к проекту Crypto Gaming United. Тем более, он давно был успешно добавлен на CoinMarketCap, прошел аудит и имеет цену за один токен уже в $5 США. И это при том, что на момент старта его публичных продаж она составляла всего лишь 25 центов. Но и это, как вы понимаете, еще далеко не предел. Ведь благодаря многочисленным листингам, в том числе и на Probit Global, Crypto Gaming United сможет все больше заявлять о себе на широкую аудиторию, а значит, быстрыми темпами обрастать новыми, активными и заинтересованными участниками, одним из которых легко можете стать уже и вы. Кстати, торгуется CGU на Probit Global уже с 14 января текущего года, да еще и в паре к USDT, BTC и Ethereum, так что имейте это в виду. Что ж, надеюсь, после просмотра у вас осталась масса приятных впечатлений и азарт, чтобы познакомиться с Crypto Gaming United еще ближе. Я же пока благодарю вас за внимание и повторяю, что бренду Probit Global доверяют уже миллионы пользователей по всему миру, поэтому обязательно регистрируйтесь на бирже по ссылке и участвуйте в ее активных программах, одними из которых является скидка на торговлю, где вы, покупая токены Prob, можете платить ими комиссию за торговлю, которая составит всего лишь 0,03%, или же участвовать в эксклюзивных мероприятиях, где вы, оформив небольшую подписку, имеете шанс приобрести более чем 200 самых популярных токенов с 50% скидкой. Ну и, конечно, не забывайте про автохолдинг компании, где за удержание токенов вы сможете получать от 6% годовых
и реферальную программу, которая также может принести вам очень много классных преимуществ. Что ж, на этом у меня, пожалуй, все. Ставьте лайк, если вам понравилось видео, и пишите в комментариях, что думать о самом проекте Crypto Gaming United. А пока желаю всем вам отличного дня и прощаюсь с вами до скорого!